стенах Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 9 декабря состоялось очередное заседание Совета по науке. На сегодняшнем Совете по науке будут заслушаны результаты, промежуточные результаты и годовые результаты научно-технических работ, проводимых институтами, подведомственными учреждениями Министерства образования и науки. Данные работы актуальны прежде всего для применения на предприятиях и в экономике республики. Надеемся, что результаты будут оценены эффективными и найдут свое применение в республике. В каждую пятницу мы заслушиваем отчеты наших руководителей науки, как вузовской, так и академической и отраслевой. Цель этого мероприятия, прежде всего, это послушать о тех достижениях, которые были достигнуты данным институтом или вузом за истекший год, и о тех планах научных исследований, которые планируются на ближайший год в данном учебном заведении или институте. В ходе заседания Совета по науке были изучены вопросы о рассмотрении промежуточного отчета о выполнении научно-технических работ государственного учреждения Донецкий научно-исследовательский угольный институт, а также о научной и научно-технической деятельности государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ.